Каждая пятая новая машина легковая, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе. Мы хотим эту тенденцию продолжить. Ну а стратегия заключается в том, чтобы показывать самые новые модели. Если рынок воспринимает эти новые модели, то, соответственно, осваивать их производство по полному технологическому циклу. Так, как мы сделали в прошлом году с моделью Coolray. То есть вот модель Tugela, вы знаете про электромобиль, который мы показываем на рынке. Вот сейчас мы презентуем новую модель GS, так называемый городской кроссовер. И если мы увидим, опять же, достаточный спрос, то эти модели будут осваиваться по полному технологическому циклу на нашем заводе. Вот это вот как бы элемент стратегии. Сегодня наш рынок – это Республика Беларусь и Российская Федерация. В этом году мы все-таки, несмотря на все ограничения пандемии, хотим расширить географию хотя бы странами ЕАЭС. То есть у нас вот давно уже велись переговоры с Казахстаном, Киргизии, есть уже, ну, к сожалению, вот эти вот коммуникационные ограничения влияют, но я думаю, что в течение года мы все-таки сможем эту географию расширить, ну, а это будет снижать риски, скажем так, по производственной программе, которую мы для себя наметили.